В результате обстрела боевиков в селе Южное вблизи Торецка ранена местная жительница. Пострадавшую госпитализировали со множеством ранений. Кроме того, после минометного обстрела Новотошковского повреждены 22 квартиры многоэтажки. Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил, обстрел зафиксировали наблюдатели совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Огонь по мирному населению пророссийские наемники вели из населенного пункта Голубовская, применяя минометы. В целом, за последние сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины, 9 раз использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.